В рамках 100 шагов по реализации институциональных реформ, инициированных президентом Республики Казахстан, была разработана программа «Национальные чемпионы». Оказание поддержки ведущим казахстанским предприятиям, имеющим потенциал стать лидерами конкурентоспособности на территории Казахстана, ЕАЭС и на международном уровне. Вот основная идея проекта, разработанного холдингом «Байтерек» совместно с компанией «McKinsey». В результате комплексного анализа из 300 представителей среднего бизнеса было отобрано 28 сильнейших компаний агропромышленного комплекса, машиностроения и производства строительных материалов. 7 из них на сегодняшний день уже зарекомендовали себя в качестве национальных чемпионов по высоким показателям годовой выручки, доли экспорта и количеству рабочих мест. Создавая уникальный по своему качеству товар, эти предприятия узнаваемы и любимы покупателями как на территории Казахстана, так и за его пределами. Лидер по производству пищевой продукции RG Brands предлагает изделия высокого качества. Соки и напитки этого бренда пользуются огромным спросом не только среди казахстанцев, но и на рынках Центральной Азии. Eurasian Food Corporation – признанный лидер республики среди производителей масло-жировой продукции. Неудивительно, что каждый пятый житель Казахстана делает свой выбор в пользу майонеза «Три желания» или масла-шедевр. Качество и натуральность молочных товаров компании «Агропродукт» закрепляет ведущие позиции в сердцах потребителей. Не случайно продукция компании является наиболее потребляемой среди школьных и детсадовских заведений всех регионов страны. Крупнейший производитель кондитерской продукции «Баян Сулу» популярен постоянно обновляющейся линейкой высококачественной продукции. А шоколад казахстанский стал неизменным и узнаваемым сувениром среди зарубежных гостей нашей страны. Ассортимент масло-жировых и молочных товаров компании «Маслодел», насчитывающий более 100 видов продукции, сегодня уверенно конкурирует с импортной продукцией и занимает свои ниши на рынках Китая, России и других соседних стран. Крупнейшая электротехническая компания «Алагиум Групп» производит трансформаторы, используемые самыми известными заводами страны. Высокие показатели в рамках ГПФИР и соответствие международным стандартам качества позволяют успешно экспортировать товары в страны СНГ и Ближнего Востока. Сухие строительные смеси, лакокрасочная продукция, товары для ремонта и строительства компании «Алина» отличаются высоким качеством, которому доверяют. Именно поэтому предприятие занимает лидирующие позиции в строительной индустрии на рынке Казахстана, России и стран Центральной Азии. Все участники программы – это динамично растущие компании, занимающие лидерские позиции в различных отраслях экономики Казахстана, а также экспортирующие продукцию на рынки ближнего зарубежья. На дальнейшее развитие экспортного потенциала и реализацию других инициатив холдингом «Байтерек» уже выделено 16 миллиардов тенге. При комплексной реализации данной программы к 2018 году в Казахстане возможно создание порядка 5000 новых рабочих мест, повышение производительности труда на 30%, увеличение прироста внутренних прямых инвестиций на 72 миллиарда тенге, несырьевого экспорта на 38 миллиардов тенге, поступлений в бюджет до 24 миллиардов тенге, дополнительного прироста ВВП до 86 миллиардов тенге. И это далеко не предел. Всесторонняя поддержка предприятий участников программы «Национальные чемпионы» даст шанс к становлению отечественных брендов мирового уровня, обеспечит развитие конкурентоспособного бизнеса в стране, позволит выпускать продукцию, качеством которой будет гордиться каждый казахстанец. «Национальные чемпионы» – лучшее из того, что сделано в Казахстане.